Всем привет, с вами Тютюшка, и сегодня мы тестируем новую волшебную штучку от Lips Me. Посмотрите, какой дизайн упаковки. Дорого-богато. Сам продукт и кисть к нему. Пахнет пряностями. Надеюсь, губы у меня не облезут. Ну, была не была. Вот сейчас я начинаю чувствовать тепло. Печет. Но печет терпимо. Не могу сказать, что мне нравится это ощущение. Теперь намажем верхнюю. Класс, теперь печет везде. Слушайте, ну реально печет. Я не могу сказать, что это самое приятное в мире ощущение. Воу-воу, вызываем пожарных. Все, отболит. И мудрый говорит, каждый костер однажды догорит. Когда же он догорит-то? Что я вам хочу сказать? Эффект, конечно, есть. То есть, если посмотреть на губы до и после, я сейчас сделаю специально фото, то вы увидите, что губы, конечно, увеличились. Производители предлагают применять это средство не чаще одного раза в 12 часов. Порадовало и развеселило, что они предлагают наносить это средство на ночь. Как, блин, спать? Как, когда у тебя печет рот? Это ощущение проходит минут через 5, но факт остается фактом. Спасибо всем за просмотр. Всегда ваша Тютюшка.